Приветствую любителей спорта, любителей гирь. Сегодня я хочу поделиться с вами своей тренировкой по развитию силовой выносливости. А это значит, что сегодня опять будет лесенка. Это чудесная методика, которая позволяет натренировать как раз силовую выносливость. Итак, сегодня я выбрал упражнение толчок гири 24 килограмма. А значит, нужно добраться до 10, начиная с одного повторения, выполнить 55 подъемов на правую и 55 на левую руку. В сумме 110 повторений. Задача не из легких, тем более с 24-кой. В сегодняшней тренировке преследую следующие цели. В первую очередь, конечно же, потренировать технику толчка. Второе. Найти свой темп, чтобы добраться до 10 повторений. Чтобы хватило силы, чтобы хватило дыхалочки. Ну а третье. Результатами этих двух целей будет как раз выполненная тренировка. Тренировка по силовой выносливости. Кроме того, не дает мне все покоя мой комплекс. Я тоже выполнял лесенку. Правда, там было сложнее. Это толчок и рывок. Замечательный комплекс. Дошел я там до 6 повторений. Больше его не пробовал пока выполнять. Хочу его разбить и потренировать отдельно. И толчок, и впоследствии, думаю, потом также сделаю рывок. Вот, если удастся дойти до 10 повторений, потом скомбинировать его снова и снова попробовать выполнить. Ну, надеюсь, это в будущем осуществить. Ну, а на сегодня все. До новых встреч. Гири, сила.
Ну, немного отдышался. Задачу, считаю, выполнил. Было тяжело, терпел до конца. Помогло то, что держал темп равномерный. Дыхалки хватило. Очень хорошо прогрузились ноги. Ну, всем рекомендую заниматься толчком. Отличное упражнение. Ну и до новых встреч. Пока-пока.